И хотя Рикки-Тикки никогда не видел живой кобры... Мама кормила меня мертвыми. Он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете. Чтобы сражаться со змеями, побеждать и есть их. Рикки-Тикки имел право гордиться собой. Охраняю этот сад и зубом, и когтем, и прыжком, и наскоком. Так что ни одна кобра не смеет сунуться сюда через ограду.